Здравствуйте, уважаемые родители! Здравствуйте, ребята! В преддверии такого великого праздника, как День Победы, я предлагаю сделать цветок из бумаги. Для этого нам понадобится 3 заготовки любого цвета, какого вы хотите сделать цветок, прямоугольной формы, 4 заготовки квадратной формы и 1 заготовка для стебля, вот такой вот скрученный жгутик. Это гофрированная бумага, жестко-жестко-жестко перекрученная в жгутик. И конец у нее оставлен для того, чтобы мы могли ставить сюда цветок. Нам еще понадобятся ножницы, нитка и клей. Значит, 3 заготовки прямоугольной формы нужно сложить вместе, сложить пополам. И посередине, где мы с вами сложили пополам, перетянуть ниткой. И складываем пополам и перетягиваем еще ниткой снизу, чтобы наша бумага не расходилась в разные стороны. Можно завязать нитку на узелок. И лишнюю часть отрезать, поплотнее завязать, и тогда наша заготовка не будет расходиться в разные стороны. Отрезаем. Вот такая середина цветочка получилась. Теперь квадратные заготовки нам нужно с вами сложить. Ну, давайте по одной покажу. Пополам, срезать один верхний угол, закругляя его, чтобы получился лепесточек сверху прямой, снизу закругленный. Так нужно проделать со всеми 4 заготовками. Осталось у нас их 3. Я их сразу все сложу и срежу уголок, закругляя его. Вот такие 4 заготовки у нас с вами получились. Теперь эти заготовки нужно хорошо смазать клеем. Ту часть, которая закругленная. Все 4 заготовки снизу хорошо промажем клеем. И будем с вами намазанную клеем часть соединять с нашим бутоном. С одной стороны, с противоположной стороны. Повернем наклеим справа, наклеим слева от меня. Вот такой вот бутончик с лепестками по краям у нас с вами получился. Теперь нам нужно этот бутон вклеить в зеленый стебель. Сверху, я уже сказала, мы его не закручиваем. Значит, вот эту вот раскрывшуюся часть нам тоже нужно хорошенько промазать клеем. И наш цветок вставляем зеленый стебель, плотно его прижимаем, и у нас получается вот такой цветок, гвоздика. Можно сделать несколько таких цветов, собрать их в букет, можно оформить его по-разному. У меня он оформлен в газету. Завязан ленточкой, и такой букет цветов можно возложить к нашим ветеранам. Вот так вот у нас получилось.